Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though. Yo, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left, and I'm not giving in. I will not let them win, I won't stop till the end, no. Приветствую всех на трансляции, продолжаем проходить Dark Souls. Вчера мы убили Хранителя Бездны и... забыл, как его называют. В общем, Большого Скелета. Повелитель Тьмы, он, не знаю, не помню точно, как его зовут. Ну, в общем, двух боссов вчера убили. Вот, двух Повелителей Пепла. Вот, записи вы можете найти на YouTube-канале, ссылка есть в описании, либо по команде в чат, восклицательный знак YouTube. А мы переходим к игре. Приятного просмотра. Так, сейчас скажу, как зовут этого босса. В принципе, душа должна быть его. О, Вальнир. Во, так его зовут.
Йорн. Хранители бездны. Ладно, Вальнир, значит, не хранитель. Ай, не повелитель пепла, или как они там правильно называются. На заднем фоне прекрасные звуки опять. Ну, это ненадолго. Так, что у меня тут можно сделать? Святой меч. И черный змей. Окей, ничего интересного, в общем-то, нету. Душу просто поглотим. Хотел посмотреть касаемо заточек. Мне не хватает. Так, повышаем уровень. Пешку до 1000 догнали нормально. Так, еще я хотел посмотреть насчет катан. Черный клинок. Надо посмотреть, что он из себя представляет. Стоит ли вообще его точить там или нет. Так. На опустошение ее можно заточить. И будет неплохо. Скейлы у нее такие себе, конечно, ЕЦ. Можно еще, кстати, на разрывное сделать. Черный клинок. Не знаю пока. Не буду пишить, если что. Буду иметь в виду, что ее можно проапгрейдить. Так, у меня есть какие-нибудь осколки Эссоса, либо... Нет, ничего такого нету. Ладно, хорошо. Теперь... Верховный Певлитель. От него будем двигаться дальше. Так, куда ты тут проход открыл? Я даже не помню, после Вальниры что за локация будет. А, Эритил. Самая красивая локация в этой игре. Красиво. Быстро я дошел до Эритила. Я думал, я дольше буду доходить. Ну ладно. Но в Эритил я сейчас не пойду. Хочу сначала сходить в храм глубин. Там какой-то дел за 67 тысяч. Где храм глубин? Погнали. Вот этих вот пацанов всех скипнуть, в принципе, можно. Ау. Хватит боковать на меня. А
Не надо, юный шахид. Так, этого чела тут пока нету. Ладно, надо открыть. Шорткатик. Так, а там он проход в DLC-шку, которую я пока не хочу идти. Хотя там есть хороший чел с классной катаной. Катану я бы поизал бы. Wait, you've the same scent as that, then you must be. Oh, you don't know. Где я? Разожгу. Потом буду трогать тебя. Don't mind me, didn't mean to fall apart. Now, Ashen One, my lady lives in the cold land of Ariandel. I need you to ship a proper flame that will burn the rot if you truly are Ash. Давай. Thank you. They of Ash. Правда, катаны там очень долго идти. Just a moment, then. The painting of Ariandel. Well, rotted scrap of it, that is. Go on. Take it. Touch it. Ты меня затащила. Самая сложная для меня локация это. Смешно ему. Кстати, можно посмотреть, что там за катана валяется. Что она вроде как очень хорошая. Только я помню. Она там лежит у чувака, который похож на Саски. Клинок хаоса. Это что ли? Брошенные могилы. Не, клинок хаоса это тоже не то. Да, это не то. Ветхий клинок его. Это вот... А, нет, подожди. Ветхий клинок это тоже, это не то. Это из Мидиры делается. А, погоди. Катаны и копье церкви. А, да, все-таки он. Понятно. Ладно. Все-таки это та катана. Угу. Хорошая катанка, в принципе. Для этого надо Мидиру, пожирателя бездны, победить. А до него вообще не скоро. Have you just arrived? How very unusual. Just rejoice, my new friend. The cold and gentle Pequick.
the sweetly rotting bed. Ah, you're no exception. We've all seen, but you're safe now. Ariandel will make a fine home for you. So, go on as sweetly rotting. Так, костер завязаем и идем в другую локацию. Для этой локации явно рановато. Хотя, может, и не рано, не знаю. Я не хочу туда идти. Часовное очищение. Пойдем в не менее приятную локу. Так, тут какая-то из этих дверей вроде открываться должна, либо никакая. Я уже не помню точно. Так, Гаэль ушел отсюда. Ладно, ни одна дверь не откроется, ладно. Взорваться мне. Окей, ладно, пойдем наверх. Сейчас вообще будет неприятные пацаны. Как блюют червями. За них вообще душ-то насыпают. Желательно вообще всех скипать. Они постоянно резаться будут. И они медленные, не догонят, так что. И, кстати, что-то они охраняют вроде на кладбище. А вот здесь вот. Сторский двуручный меч. Хороший мечик. Здесь вниз спрыгивай, да, надо. А зачем, правда? А спрыгнем. Головой бьется что-то. Там толпа этих чего фреснулась. И здесь их много будет потом. Даже ножичков нет никаких, чтобы их поубивать. Двуручный меч. Спокойно всех скипаем. Мне не интересны все. У вас время тратить не хочу. Догнать вы меня все равно не догоните. Единственное, вот этих вот тварей можно убивать. Спрыгнуть вниз. Не знаю зачем, правда. А вот фигня будет неприятная. Хватит рыгать тут. Еще один резнулся, что ли, или их тут двое было? Ау. Дальше идти. Без толку на них время тратить.
Тихо, ну это... Хватит. Махать своим говном. Так, нам туда. А теперь они навсегда умирают? Нет, навсегда. Все равно живые. Блин. А факела у меня нету, чтобы избавляться от этого. Горящий осколок. Порошок. Молодая ветвь. Еще умру. Большая душа. Есть возможность лутаем все. Не помогает. Нужен факел. На факел я не купил. Чем мне опять больно будет? Хватит прыгать там. Так, а что тут? Щит стойкости. Не помогает. Вроде болевать должны. Так, это шорткат, насколько я помню. Должен быть, по крайней мере, шорткатом. Я надеюсь. О, все, они отвалили от меня. Отлично. Недолго не висят, в принципе. А впереди требуется факел. Опять он меня заразил. Трени своей, ладно. Уже ничего не поделать. С факела я постоянно буду заражен. Быкуй. Там два аиш. Ветвь. А, у меня два уже этих, прикольно. Что за ветвь, ты не понял? А, понял. Магическая какая-то фигня. Надо будет факел потом купить. Когда будет возможность, конечно. Лук титанита. Ой, ты говорил. Здесь этот кристальный чел. Сколочек. Так, а где шорткат? Не помню. Ничего нету, никакой защиты.
этой фигни. Шорткат должен быть. Или нет? Нет. Вот это? Ладно. Мне показалось, значит. Так, а тут никакого прохода, собственно, тоже нету, да? Да. Ну и спуск туда. Костру. Я понимаю. Мне все равно не особо надо к костру, так что пока не буду пытаться пройти туда. Так, надо лут вот здесь слева собрать. Это вообще возможно вон там где-то дверка нужная. Так, что тут лежит? Лук титанита очередной. Ничего нету, да? Огненной этой смазки. И огненная смазка есть, в принципе. Так, он один тут или? Давай. Попал таки. Кольцо ядовитого укуса. Окей, ладно. А выше я типа не поднимусь. Судя по всему, тут выше не подняться. Обидненько. Ладно. Так, а куда это все-таки ведет? Еще пробегу, пофигу. Надо вернуться огня и там купить факел. Вот так я буду кучу эстуса зря тратить. А? Факела что, у тебя нету? А, есть. Отлично. Ну, кстати, корона Вальнира. Она дает или ничего не дает? Ничего не дает, ладно. Так, теперь с ним можно поговорить, чтобы он отправился на приключения? Она не может. Так, тогда надо прокачаться.
Блин, я забыл. Делать одну вещь. Костер бафнуть. Отлично. Срезу вот здесь вот так, просто потому что могу. Карабкаться будешь? Нет. Ворота эти по-любому не откроются сейчас. Да. Ожидаемо, в принципе. Ой, я вспомнил, что это за место. Да, оно неприятное. Ржавая монетка. Ладно. Идем дальше. Еще ублюдки, которые ау, челики встречаются, которые кидаются рейнию, которая запрещает хилиться. Не ори. Ваншотаю, так что, в принципе, норм. Так, как вариант, еще можно перестрелять разных там молодых. Он висит, который, например. У меня стрел нет. Конечно, перестреляю. Куда упал? Там артобстрел устроили. Проткнул тебе. Отлично. Чё шевелишься, я ж тебя убил. Стрелки сраные. Появились, окей. Болтает хорошо. Пилюльки разные.
Так, а там опять бабка эта сидит. Да. Слишком. С накаркой. И будет сложно. Пока и правда легко как-то все идет. Оказалось, раньше я дольше хотел над всем этим и тратил на это время. Туда прыгать разве надо? Я не помню, что туда надо было прыгать. Явно есть еще один проход какой-то. Просто я его не вижу. А, вот здесь, да, точно снизу. А здесь вроде как... А ну, кышит меня. Забыл, что... Успокойся, машешь ты своим топором. И, кстати, вроде лока до понтифика, скорее всего. Один черт наверху. Ты прыгать собираешься? Прыгнул, ладно. А еще тут горгульи вроде как будут. Или нет, я уже не помню. Так, туда вообще можно запрыгнуть, мне кажется, да? Скорее всего. Либо не обязательно это делать. Дверь какая-то. Так, там еще одна такая же. Так, лута тут нету. Ой, я восстановил эстас. Приятно. Это приятненько. Бедняги. Сами себя убивают. Так. Что у нас тут? Могу открыть. Да, здесь много разных пацанов. Воу. Wow.
Двигайся. Молодец. Так, я явно еще наверх не сходил. Интересно, я могу оттуда допрыгнуть? По уголечек. Эта вещь пригодится. Ладно, сейчас попробуем допрыгнуть до туда. Или тут будет проход до туда, я уже не помню. У меня теперь шишки будут. Ой, наверху, я помню, надо будет ходить, веселиться. Да, это вроде до понтифика локация идет. Мост знакомый, кстати. А, ну да, естественно, знакомый. Я по нему бегал. Так, сейчас попробую наверх запрыгнуть там. Прочекать, что там. Надеюсь, получится. И я не разобьюсь, и мне не придется весь этот путь бежать заново. Не, ну вообще, вот здесь вот допрыгнуть должно быть изи. Отлично. Так, там наверху челик сидит. Молодец. Отдыхай теперь. Вроде больше никого нету. Пока тоже никого. Кто не сидит. Зачем вообще сюда забираться тогда? Я не понимаю пока. Какой смысл? Уже бессмысленно сюда подниматься. Никаких лестниц, ничего другого я тут не вижу. А, походу, смысла нет никакого. Ладно, надо идти дальше. Вес немножко просел. Путь один налево. Так, все окей. Здесь на меня вроде как сейчас что-то выльется, да? Или диаконы тут. Да, тут диаконы спустим. Да-да-да, тут диаконы, тут не понтифик. Точно, я забыл про диаконов. Да, все, теперь я уверен. На 100%. Так, вот как раз-таки шорткатик открывается. Заодно. Откроем его. Так, это что за место? Так, ну сюда это спрыгивать можно было. Нет, не сюда. Это просто шорткат. Что у меня, кстати, по душам? Я могу их куда-нибудь слить? Да, в принципе, смогу. Пойду, пожалуй, я прокачаюсь. Кстати, стрел надо бы еще купить. Так, продать предметики. Эту вещь забирай. Тоже забирай. Тоже забирай, это не пригодится мне. Тоже забирай. Руна от тьмы, вот руна от молнии. Пускай пока висит. Продать.
отдать. Спылы эти всеми тоже не понадобятся, так что отдать их всем. Так, касаемо оружия. Одинаковые надо продать. Ну, одинаковых у меня нету, так что не буду ничего продавать. Эту вещь тоже продадим, мне не понадобится это. Факел, щит. Щит. Броня различная. Остальное пускай будет, наверное. Да. Хватит ли мне на уровень? Или не хватит? Хватает, окей, отлично. По стрелам мне не особо хватит теперь. Сколько есть, столько куплю. Точнее, насколько хватит. Так, деревянная, оперённая. Лучше оперённую, наверное, хотя я всего 7 смогу купить. Куплю такие. Обычные деревянные стрелы. Какие будут? 99 штучек хватит. Продолжаем. У меня, кстати, опустошение 89 уже. Я толком не знаю, на что это влияет, но... Все равно полностью в броне буду всегда. А внешний вид мне, блин, вот фига, она сразу нажалась и поехала. Так, я куда-то вышел. А здесь великан же будет сидеть точно. Про великана я помню, да. Или зека, наверное, мне нужны. Отдыхай теперь. Глубинный самоцвет. Так, каким оружием зачаровывает? Грубым. Грубым? Разве? Я, наверное, не так прочитал. Глубинным. Не знаю, что это дает по факту. Да ладно. Так, а там по тому мосту, да, идти надо? Фу, блин. Так, эта фигня меня не должна съесть. Вот черт, а ты сейчас на меня спрыгнула. А в прошлые разы не прыгала. Так, как долго я буду пинать его с лука? Интересный вопрос. Черный лук Фараса. Так, и стрелы. Ладно, он сам встал. Изи.
вот не знаю, сколько я ему хп сношу. Кстати, хочу посмотреть на тебя. Оу, мало. Боестрел мне не хватит. Что встал-то? Ну-ка, покажись. Убийство ложкой. Я почти убил его. Отдыхай, великанчик. Теперь можно спокойно пробежать. И никто мешать не будет. Зачем тут эти ящики стоят? Ну ладно. Ох, это хорошее кольцо, кстати. Вроде как увеличивает урон. Так. А усиливает атаку при полном здоровье, но... Я не всегда при полном здоровье нахожусь, так что, возможно, это для меня не особо полезным. Хотя, с другой стороны, полезным, но не всегда актуальным. Я за тобой вернусь. Сейчас вернусь ведь. И? Идиота. Крысы. То есть кольцо будет, которое при неполном здоровье наносит урон. Увеличивает урон. Это уже куда? Ау. Лучник все, что ли? Свалил? Он свалил. Крыса. Ладно. Хрен с тобой. Раз ты ушел, тогда оставайся там, куда ты ушел. Или ты за мной побежал, типа? Ты не должен был. Так, кстати, туда не мешало бы сходить.
там жишка. О-хо-хо. Залез. Мне понадобится ножичек. В эту жижу слезла. Так, ладно. Не особо полезный спел. Может и полезный, но вообще спелы для меня разные, не полезны. Ну-ка, картус, если что. Если только могла бы быть мне какой-то полезный, но... А, вот ты где. Еще успевает меня выстрелить. Так, а мне вниз, да, в любом случае прыгать? Или... Нет, это прыгать не надо. Пройти можно, окей. Это хорошо. И тут, естественно, мимик. Фолиант. Так, я спустился вниз, окей. Что меня тут ждет? Тут тупик. Стены говном измазали. Непорядок. А, тут этот вот чел. Надо тут колдунство свои бафать. Так, это выход сюда. Окей. А туда прямо это куда ведет путь? Кирк, средний палец. Кажется, я уже на такого натыкался. Ёптить. Выползла. Что за лут тут? А, это лут с этого чела. Понял. Ну где средний палец-то? Ухренее, да, надо будет потом победить. Это... А, вон он где. Ага. Понял, кто это. Шипастый чел. С него лоб не упадет. О, шипастый меч. Хороший меч, кстати. А броня не выпала, да, шипастый его? Нет. Этот шипастый меч. Не вижу его. Вот он. Плохой мечик. Но мне он не интересен. И шипастый щит его. Про то же кровотечение. Эта хрень вроде... Олдрика и уголь.
что за кольцо? А, понял. При критах восстанавливает хпшку. Понял, принял. Это лут с того мелкого чела, так что я его не соберу в любом случае. Пофигу. Так, ладно. Во-во-во. Молодые, что так налегли на меня. Статуи блюют. Так, эта фигня меня заряжает или нет? Нет, она не заражает. Окей, ладно. Просто делает меня медленным. Так сказать. Да лут пособирать. Займет некоторое время. И, кстати, вроде дверь открывает главное. Можно заодно сразу открыть. О. Точка на катану. Откроем дверку. Не знаю, правда, зачем. Нам особо не надо. Но пусть будет. Или это двери босса? Понял. Не помню. Нет, нет, это явно не к боссу дверь. Капюшончик. Душ, кстати, уже набрал много. На уровень целый хватит. Их скоро 18 тысяч не будет хватать на уровень. Это вроде дверь на улицу должна быть. Сколько я помню. Ну да. А, погоди. Да, это дверь. Не понял. Ладно. В зубец святого. Косточка возвращения. Окей. Копье какое-то лежит, оказывается. Ладно. Я думал, это на улице куда-то. Копьишка. Для которой нужна вера. И блюют, все и блюют. Так, там еще в ту сторону есть проход, и там рыцарь ходит. Так, здесь вот этот мост подниматься должен. Здесь, кстати, еще один великан. У меня стрел явно не хватит. Ладно, сначала сюда схожу. Больше никто прыгать не хочет. Блин, он там с двумя этими придурками бегает. Ладно, иди сюда. Будем драться тут. Вау. Пробили твою защиту. Доспех храмовника. Бронька с них дропается. А чё это? А, это поднятие как раз таки. Давай поднимем сразу. Вещи вроде нужные. Проход она меня не закроет. Давайте подходите ближе сами. Ау. Окей, ворота мы подняли. И мост.
по великану поработать с лука, сбить ему немножко хп и потом отпинать вот так. 82 урона, 67 урона. Этот побольше бьет, так сказать. А что такое? Где урон? Где урон-то? Алло. Молодой человек. А чего вы так урона много впитываете? Эй. Дядя. 12. Бьем сначала сопли, значит. Хочешь вставать? Чел, ты можешь встанешь? Прояви уважение. Будь человеком. Здесь, кстати, вроде еще один подъемник, да? Да. Не помню, что он делает. А, вот этот вот мост поднимает, да, точно. Ну, сразу подниму. Пусть будет проход. Великан. Алло. О, сейчас ты очнулся, да? Стоило мне подойти. Говном кидаться, да, будет? Ау. Ты подойдешь? Чел, ну ты серьезно? Тринадцать урона. Тебе в колено. Так наносит урон. 69. Опять эта хрень подплыла. И чё ты встал? По мне личинка ползет наконец-то. Ты мне мешаешь. Ты в курсе? А? А я в нее выстрелил, что ли? Ты наконец-то он заходил. На, в жопу тебе. По булке левой. По правой булке. Хотя в подмышку не попал. Надо кидаться в меня говном. У меня стрелы кончились. Ау. Погоди. Чай. Лопну пушку на другую. Ну, ты там, посиди пока, подумай над своим поведением. О, ко мне эта жишка припла.
Молодец. И карбалет обратно берем. Давай, чел, вставай. Бледный язык. Доспехи из Дорна. Наручи из Дорна. Некоторые особы. Так, у меня есть что кинуть в них. Навозный пирог. Думаю, они это не особо оценят. Чего вы все-то сразу упали? Не надо все. И это плохо. По одному там давай. Ага. Развел. Как младенца просто. Ближе подходи. Еще поближе. Еще. Еще ближе. Не стесняйся. Давай, давай. Я здесь, я здесь. Не бойся. Ау. Друга своего звать не стоит. А, погоди. Так, что, теперь подеремся?
Ау. Это было подло. Это было подло. Да что ты? Ау. Замесил. Ладно. Правда, бежать мне сейчас, не близко. Вообще не близко. Прям вообще не близко. Ну, благо, можно поскипать всех этих челов. Обидно, что я умер, конечно. Так, мне вниз не надо. Мне здесь пробегать. Каков шанс, что я умру, если упаду? Проверять не буду. Бегу вперед, забив на всех вот этих вот челов, которые тут находятся. Мне вы все не интересны. Я только спросить. Тебе вот надо прям прибежать ко мне. Че? То, что еще одна спрыгнула. Но это показалось. Так, а где мои души? Мои души тут, да? Зачем ты в своего стреляешь? Ты дурак? А, у бафа этого, да? И нет. Аккуратненько так подходим и между ребером засаживаем. Этого явно не ожидает. Как он может этого ожидать? Ау. Успокойся, тут размахался. Вы тоже отдыхайте. Тут еще разные личности сидят. Уголючек. Пригодится. Наверное. Но в любом случае пригодится. Так, сюда не пройти. Что у нас тут? Что-нибудь есть интересное, прикольное, великолепное. Скорее всего, путь к боссу, да? К дьяконам. Ну да. Ну, пойдем, чё. Дьяконы, чё они там. Простой достаточно боссик, так что. Мы смолу сейчас налепим. Угольную, например. Пойдем крошить молодых. Какого следующего?
Next. 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 Дайте дорогу молодым. Изи. Самый легкий босс. Как детей просто. Так, здесь вроде ничего больше нету. Если видение чудовища. Тут такого. Что это вообще за монумент, пьедестал? Что это за хрень? Понятно. Ладно, неважно. Надо идти дальше. 42 кадуш. Главное, не слить их теперь. Это будет неприятненько, так сказать. Так, куда? Да, вроде, да? Да. Да. Я вроде впервые встречу лоскутика в этой части. Должен, по крайней мере, где-то тут встретить лоскутика я. Так, вот это вот уже на улицу должны открывать двери. Наверное. Я ведь прав? Те самые двери, которые открываются на улицу. Лоскутик, так называемый. Дуэльный талисман. Этот мост меня опустит. Well, you look reasonably sane. I am a knight of Katarina. I've managed to track down this cathedral stone. It's right over there. A treasure. I'm in quite a pickle. I know. Shame on you, you greedy guts. Хочешь обхитрить лук? Say hello to the nice giant. He adores visitors. Который челнок гиганта я уже убил. Заставляешь меня бегать. Где второй рычаг? Где второй рычаг? Я вот не помню. Блин. Где еще один рычаг? Я что-то не помню. И не вижу. Ah.
Короче, вспоминать теперь, где этот рычаг, чертов. Он-то из ответвлений, скорее всего, вот здесь где-то. В смысле, можешь нормально ходить. Пойдем сейчас поговорим тут. Баф на защиту, значит. Осколок титанита. А, вот где подъемник, все, вижу. Окей, ладно. Бежим опять по кругу. Ну, вроде должен был свалить оттуда, так что. В смысле, ворота опущены? Не понял. Я ж поднимал их. А, я другие типа поднял. Ладно. Не, все равно не понял. What the hell? А как эти поднять? Стой. Где подъемник? Еще один. Не понял. Так. Где еще один подъемник? Ну, что, зря поднимался, что ли, сюда? Ходом, ладно. Значит, нам надо еще найти подъемник. Точнее, рычажочек. Я думал, я тот мост поднял нужный. Оказалось, что не тот. Так, и где мне его искать? А что-то непонятно. Рычага нету явно никакого. Я сейчас с этой стороны, вот он где-то. Наверное. Я предполагаю. Ну да, вот он. Ведь ты? Нет, это опускает это. А с той стороны, что ли? Ладно, так подними обратно. Здесь, что ли, что-то надо поднимать? Ну-ка. Вот и тут надо что-то поднимать. Тут я что-то ничего не вижу. Что я мог бы поднять и взаимодействовать с рычагом? И где рычаг? Не понял, где он? Блин, я вообще не помню, где он должен находиться. Что за бред?
Где рычаг? О, дверь какая-то. Что за дверь? А, ну это к этому вниз сюда спрыгивать. Ну тут я у себя был, так что... Мне интересно к тебе сюда идти, ладно. Куда этот путь ведет? Скорее всего, очередной шорткат. Лифт, окей, ладно. Это должен быть шорткат, по сути. Ну да, отлично. Куда ведет этот лифт? Наверх, окей, ладно, посмотрим, что там наверху. Может, мне наверх и надо? А, наверх он сюда вот ведет, к этому молодому человеку. Так, ну это вызывать лифт. Это путь наверх, ладно. А может, и нельзя его поднять теперь? Вполне может быть такое, то что я не смогу его пока поднять. Лицо глубин. Добавляйте чеки заклинаний. Ну, это не особо интересно мне. Я уже это говорил. Так. Так, а ну не стрелять в меня. Да, я понял теперь. Ладно, надо в костер храма лететь. И потом уже пойдем исследовать крыши. Крыши, конечно, веселое место. Так, что у меня там касаемо душ и прочей фигни? Так, что, можно из диаконов что сделать? Надо посмотреть. Короче, блин, не нужно. Съедаем, все поглощаем. Так, хпшку качнем. Ой. И в ловкость кинем немножечко. Кстати. А лоскутик не должен сейчас куда-то вот сюда перейти. Казалось, теперь он должен здесь вот оказаться. Вроде как. Выпусти меня. Мин! Пусти. Я такой иду, иду, и он за мной клетку, да, закрывает. А вроде как. Да нет, да нет, да нет. Ладно, видимо, нет. Сначала, наверное, надо броню отобрать у него. Либо вообще сейчас к колодцу надо идти. Скорее всего, да, к колодцу надо будет идти. Так, а что вот этим давать там можно? Навоз вроде можно кинуть или мусор. Навоз, скорее всего, не получится не кинуть. То. Ладно. Навоз на пирог не хотите. Так, я вот не помню вообще, чем давать можно. Это? А. Железные хрени какие-то. Ладно, потом с этим разберусь. Просто это не особо мне важно и интересно. Мне надо как-то затриггерить квест. Скорее сейчас надо к тому колодцу пройти.
еще можно, кстати, продаться. Может быть, каких-нибудь вещей. Продать удастся и набрать нужное количество душ. Так, навозные пироги, все вот это вот лабуду продать. Продадим тоже. Шон девы. Мантия девы. Старинное платье тоже продадим. Корона за ремень тоже не понадобится. Хватает. Можно еще один уровень качнуть. Колодцу дойти. По сути, он должен заговорить колодец. Ладно. Надо открыть квест лоскутика. Смотреть. Понятно. Короче, он нам должен еще встретиться. Так, это место, которое нужно или нет? Не пойму. Это тот лифт или не тот? А мне кажется, что не тот. Сейчас посмотрим. Ну да, тот наверх поднимал, так что явно не тот лифт. Ну да, надо, нам в ту дверь надо. Прямо и направо. Отсюда нам надо. Эта хрень должна ползать там, да? Да.
наверх теперь. Тяжелый болт. Окей. Еще подниматься должен или нет? Я не помню уже. Рассек молодого. Так, вот ты. Чел, иди сюда. Отдыхай. Так, там проход на крышу. Так, а здесь зачем проход? Непонятно пока. Здесь куда-то проход есть. Тоже непонятно зачем пока. А, здесь вот есть чертило один, да? Прыгать собираешься, нет? Прыгай, алло. Не хочет. Ладно. Мастрел. Арбалетик. Не надо в меня плевать. Я такое не люблю. Так, скрытого пути никакого нету. Вроде как пчелы должны нападать на меня. Бледный язык, окей. Так, осталось еще вот сюда сходить и пойдем развлекаться. Или отсутствует бесцельность? Еще присутствует бесцельность, да? Смысла никакого не было туда идти. Так, проход здесь есть, окей. Ох, не люблю я это место. Потому что здесь мало места. Не упал. Топор раба. Лишний удар. Ладно. Малой кровью обошлись. Самоцветик очередной. Так, я, кстати, какие-то болты же поднял. Можно забайтить дурачка сюда на файт. Кстати, где самострел? Тик, тик. Шесть урона. Делаю, зачем я есть успею. А, ты упал. Ладно. Молодец. Я, в принципе, не против. Ладно, допустим, я Эстус на него потратил.
Один. Ага, да, вон лоскутик там стоит. Ты чё стреляешь, стахерёвши? Чел, не надо стреляться. Упав. Блин. Ладно, хотя бы в другую сторону больше не надо идти. Эх, ладно. Сейчас будет все быстрее. А меня в этой игре больше убивает гравитация, чем противники. Гравитация бессердечная. Они, кстати, с самострелами стоят. Все, спидраним до нужного места и все. Убиваем этих дурачков. Ты мне не интересен. Меня интересует твой друг. Вообще меня души интересует. Твой друг не особо меня интересует. Вниз спрыгнули, да? Тварь. Взял меня, скинула. Что ты так со мной? Тут бежать придется. Вообще, я надеюсь, что ты упадешь дальше вниз. В итоге дальше вниз я упал. Непорядок. Не надо в меня стрелять. Окей, ладно, спидраним дальше. Вообще, по сути, его бы... от того места и потом спокойно спрыгнуть. Я думаю, так прокатит. Должно, по крайней мере. Бойся там. Ау. Это было больно вообще-то. Друг твой дурачок упал. Ну ладно. Ты упал туда, что ли, или что? Понял. Кольцо кошки, конечно, тут рели не хватает. Что за магия? Ну чё, лоскутик? Yes, hello. I'm Patches. You seem to be unkindled. Do you have business? Oh, yes. Oh, I'm so sorry.
That was my hand, as you know, but regrettable, truly. Look at you. Not a scratch. All's well that ends well. Yes, we'll be fine. I can tell. Yes, just a little treat. You should know, if you're as can't find where you come. Так, лоскутик, сейчас решится твоя судьба. Умрешь ты или нет? Так. Ладно. Он может серокрыса спасти. Мне только не хватит на всю душу. И не хватит. Thanks, good cop. Так, у меня есть души, которые можно поглотить? Нету. Так, ладно, тогда продадим еще всякую хрень. Эту вещь продать можно. Вон от огня тоже. От молнии оставлю, от тьмы продать. А, это тоже продадим. По мечам тут есть катаны, я трогать не буду, пускай остаются. Вещи продам, не понадобится явно. Уже продам, это тоже продам, это тоже продам, тоже продать можно, и это продать, и это можно продать, и это можно продать, тоже продать можно. Арбалет продать можно. Так, касаемо щитов. Этот продадим. Мне единственный щит нужен, и он у меня есть. Факел оставлю. Шлем наемника продать, это продать. Я ставлю, вот это продам. Доспех из Дорна, кстати. Я
Это продам. Тоже продам. Перчатки клирика продать. Хранитель огня, фиг с ним, продам. Сет этот хранитель огня, не буду носить его. Тоже продать, тоже продать. Штаны чародея мне не понадобится. Улечки. Чайка заклинаний неинтересно. Усиливает пиромантию тоже. Усиливает кровотечение. Тоже не понадобится. Так, ладно. Сейчас, возможно, хватит на все. Отлично. Thanks. Ринский сет мы поимели. Милок. Открывай дверки. О, шипастая броня. Плохо. Так. С этой локацией получается все, да. Пойдем в храм огня. А нет, нам надо не в храм огня, точно. Нам надо не в храм огня. Так, ладно. Сначала надо... Да, и скинуть броню. Лезешь, а котик? Что ты, либо кушать хочешь или что? Так, теперь в храм голубин, и вроде можно серокрыса теперь отправить какое-то место следующее. Нельзя, значит. Ладно. Так, поднимусь, значит, наверх. Смотрю. Можно ли теперь? Появится ли он? Он должен сейчас появиться, наверное, еще раз. Либо нет.
появился. Be more careful. Some places are better left. Oh, sorry. Have no fear. There's... Besides, you're surrounded by lady. Oh, no matter. Oh, by stripping every last trinket, you're gonna make some. Oh, but... Ты наивный чел. Так, я не помню, он здесь будет стоять или слева там. Хотя должен тут где-то находиться. Не поменялся. Ah, I see you make re-rack, a slinking rodent. But he did me a doubtless I should do something about that little dead. Well, make well. I can hardly believe he's still. Ah, the step. Come here, could... Серокрыса по-прежнему нельзя никуда отправить. Эх. Его, наверное, можно будет отправить, когда понтифика убьем. Либо сейчас, может, пойду. Сейчас нельзя. Ладно. Пойдем в следующую локацию. У меня нету. Так, здесь я был. Иритил дальше. Либо с помощью покинутой могилы пойти в огненную ту локацию, где червяки обитают. Переростки. Сюда схожу. Локация, в принципе, должна быть и... Один этот Моник выключил бокс, другой этот. Не знаю. Тлеющее озеро. Локация не самая приятная, конечно. Уже стреляет в меня. Надо пойти убить эту хрень. Куда-то вот сюда вроде можно встать.
Ладно, убивай ее. Играть в эту игру, когда ты все знаешь. Последний залп. А, ладно. Последнего залпа не надо, не понадобилось. Ладно. Так, тут вроде босс будет. А пока не пойдем. Большой осколок титанита, еще один. А, кстати, тут же костер будет точно. Надо бы завязать его. А вот эти вот подземелья не особо приятные будут. Здесь много закоулков всяких, дыр и прочего. Будет неприятно тут бегать. Так, сейчас сначала надо побегать, чтобы этот лучник поразрушал нам некоторые места необходимые. А этот лут потом соберу. Ау. Больно. Так надо вспомнить, что он 3 раза стреляет. Ту дырку надо разрушить. Ау. Стреляй. Молодец. Можем тебя как-то сагрить на крабиков, а? Интересно. Так, а еще вроде вот эту стену ты можешь мне разрушить, да? Не знаю для чего. Видимо, не для чего. Еще тут вот, да, проход есть. Одному молодому человеку. А как мало бафт висит, блин. Собрать, алло. О. Пилюлька, окей. Большой осколок титанита. Че? Я сюда рано пришел? Ну, ладно. Вообще должен был появиться один чел, но ладно. Видно, не появится.
Я даже не помню, с ним разговаривал или нет. Скорее всего, нет. Больно. О, лук лежит какой-то. На босса что ли сходить? Смотреть, сколько там уже трансляция идет. Угу. В принципе, как вариант, можно босса убить и закончить на этом, так сказать. Становим души. Течение будет ли работать вообще на этого босса, ну проверим. Огнем. Чего, ублюдок? Ау. У меня фаерболами своими кидаться. Эти кастуют свою магию. Ау. Отдыхай, деда. Почему так легко, блин? В прошлые разы как-то гораздо труднее, мне кажется, было проходить все это. Первого раза. Слишком легко для меня. Даже неинтересно как-то. Так. Ладно,
Давайте вернемся туда в храм огня. И закончим на этом. Сегодня мы убили двух, получается, боссов. Дьякона и этого чела. В принципе, неплохо. Так, ага, ага. Особо интересные вещи вам можно сделать из его души. А, кстати, у меня горящий осколок кости теперь есть, да? Да, можно еще бафнуть костер. И будет отличненько. Так, я хочу прокачаться в ловкость в 35, отлично, уже 60 уровень. Так, да, на этом я, в общем, закончу. Из игры выйду. В общем, всем спасибо за просмотр, на этом все, запись я залью на YouTube. Ладно, запись я залью на YouTube, продолжим завтра. Вот всем спасибо, кто находился со мной на трансляции. Всем пока.